Всем привет, ребята! Я сегодня хотела сделать такой мини-влог про конюшню, коновлог, влог. Вот, хочу чуть-чуть рассказать о моих планах сегодняшних. Я сейчас почитаю чуть-чуть книгу, а потом вернусь к вам и покажу... Пойду на улицу, то есть, и покажу вам моих домашних животных. Вот я на улице. Сейчас вам покажу моих домашних животных. Очень много. Индиутка, не помню, какая-то порода. Галашейки. Это какая-то порода маленькая. Утята. Вот это вот. Я тоже не знаю, какая это порода, потому что это у нас, можно сказать, сиротка. Обычный, маленькая галашейка. Вот. У нас бочки здесь. Это у нас курица на один глаз слепая. Утки. Утка, селезень и старая утка. И это еще бройлеры у нас. Это у нас обычная курица. Кыш. Так, вот у нас еще бройлеры сидят. У нас это на мясо, а те, которые на улице, мы их просто отпускаем. Так, это потому что девочки. Вот у нас еще галашейка. Причем здесь яйцо одно. Ладно, сюда я его положу. Так, вот наш такой вот, как сказать, курятник. Вот. Ой, все сбежались. Петух. Это обычная курица. Вот это вот бройлер. Но это не бройлер, это какая-то мясная порода. Вот мы их отпустили, потому что это девочки. И они вот такие вот пятнистые. А рыжие мы оставили их на мясо. Теперь мы заходим в сад. Здесь у нас баня, кровать. Ну нет, не чтобы спать, просто мы ее затащим в баню. Сад, палисадник, можно так. Вот здесь я тренируюсь, кто не знает, хобби-хорсинг. Здесь я через палки прыгаю. Да, очень маленькое место, потому что там стол стоит, вот это вот. Но как-то я здесь занимаюсь. Следующий у нас кролики. Это девочка. Это она у нас бояка. Так, я хочу ее и назвать боякой. Вот здесь вот у нас, конечно же, девочка. Вот, девочка у нас вот так. Фокусируйся, пожалуйста, вот. Так, следующую у нас здесь два пацана. Что-то они у меня загрызли вот эту вот фигню. Вот здесь были вот такие прутики. Вот. Это у нас братья от одной мамы и от одной папы. Вот. Теперь они только... Ай, ладно. Вот их домик. Вот. Все сгрызли опять. Ну... Значит, есть нечего. Но мы их кормим нормально. Открываем. Вот здесь у нас из-за жары у нас умерла крольчиха. Это, кстати, мама. Мама вот этих вот всех. Вот. Нет, по-моему, вот эти вот. От вот этой. Нет. Вот эти вот, короче, все. Вот эти вот все. Они от одной вот этой вот крольчихи, которая умерла. Это вот папа. Короче, вот он, папа. Сейчас как-то попробую засунуть туда камеру. Нет, не получается. Ну, короче, это как и пацаны цвет. Фокусируйся, вот он, кролик. А это вот мамка. Мамка. У них что-то в этом году все померли. Она прям очень хорошая. Так, по названию, по кличкам. Вот этим вот я им не давала. Это вообще чужой, это не наш, это чужой. Вот. Блин, извините. Вот. А вот этот вот, это... Блин, я не помню. По-моему, Звездочка ее зовут. Вот. По-моему, Звездочка ее зовут. А которая вот здесь вот была, вот здесь вот. Ее звали... Мика, по-моему. Мику. Как-то вот так вот. Ну, это все, что я вам показала. Какие у меня есть животные здесь, на улице. Всем пока. Вот где-то через полтора часа, может быть, типа подольше, я опять засниму. Пойду за камерой, потому что мы поедем сперва забрать моего дядю, а потом мы поедем на конюшню. Ребята, приехала на конюшню. Вот. Сейчас покажу вам лошадей. Весна. Весну всегда заходит, и овёс из этой фигни тырит.
Вот наш Вовик тоже. Лошадь наша сладкая. Вот. Заседлали, сейчас у него будет тренировка. Вообще такой милашка. Лошадка. Это Пума. Вот девочка. А это у нас Тайра. Вот девочка. У нас еще лошадки. Там у нас тренируются. Вот наши еще лошадки. Это не наши, а там у кого-то другой хозяин. Вот. Я не знаю, как их зовут, потому что я не помню. Вот, вот такая вот беленькая. Вообще нету белой масти, есть серая, но со старостью получается вот такая вот белая масть. Они очень красивые, вот. Рыжая масть и получается серая. Вот еще гуляют, где там еще? Не видно. Там еще одна лошадка гуляет. Сейчас еще пришла на задние левады. Вот, вот они, наши кони стоят. Почему-то два. Вон там вот, вон. Пасутся жеребец и кобыла. Нет, это не для того, чтобы ожеребилось просто... Ну, короче, они кастрированы, вот. Вот эти вот тоже два кастрированных пацана. Вот. Сейчас покажу, я их поближе подойду. Вон они рыженькие. Мы к ним подошли. Вот мальчик. Не знаю, как их зовут, потому что я забываю. Но, по-моему, того зовут Шмель. Вот, а этого я не знаю. Вот, давайте подойдем к другому. У него такая прикольная прическа. Вот, подходит к его масти. Шмель. Все, я вспомнила, как его зовут. Шмелёк. Смотрит куда-то. Такой красивый. Ой, мухи у тебя. Дай мордочку. Очень погладистый. Все очень такие прикольные. Ой, дедзык высела, ну. Прям вокруг него так много мух. Здесь еще вон там вот. Вот это вот левада. И следующая левада. Там очень был прикольный... По типу тяжеловоз, что ли. Ну, короче, вот моя рука, она где-то сантиметров 5-6. И, ну, в ширину. Ой, ну, в ширину где-то сантиметров 3. И вот эти вот сантиметров 3, 6 умножить на 3. Это получится у нас... 16, по-моему. С математикой у меня все плохо. Короче, он здесь стоял, он очень прикольный был. Я думала, я его увижу, но нет. Вот. Через несколько минут будет тренировка. Я буду на Мане. Это кобыла. Вот со мной будет Вавилон, Пума, Тайра. На Тайре будет Маша. Это, короче, знакомая моя тренерша. Маша, я. Там девочка еще какая-то придет. Вот. И еще кто-то. А, и Марго. Марго это наша подружка. Показать еще эту поняшку у нас. Я не помню, как ее зовут, но я знаю, как ее зовут, но не помню. Идиот. Ты видишь, как будто тебе 1000 лет. Давай. Это пони такой у нас. Он прям высокий. Девочка. Девочка у нас. Она прям дышит своими ноздрями. Ну. Вот это у нее здесь питье, кормушка. Отель, блин. А помыть железо. Вот. Короче, была я на конюшне, очень устала, около 3 часов. Так что едем теперь домой. Сейчас мы приехали только что домой. И я иду сейчас закрывать двор. Вот. Все улегли здесь. Опа, сломался наш ребёнок. Так что сейчас-ка я зайду домой и все вам подробно расскажу. Хоть я вам это снимала, но подробно расскажу о своей тренировке дома. Хочу еще, и да, я сейчас зашла домой. Хочу еще показать, пока они спят. Наши пупсики спят. Красавицы. Ну, одна, конечно же, не спит. Вот эта вот девочка, которая идет ко мне,
Не буди остальных. Вот эта вот тоже девочка. Они двое отличаются, что вот эта вот, она толстенькая, а вот эта вот маленькая. А это, конечно же, мальчик. Все, увидели фонарик, сразу ко мне. И, кстати, хоть они очень сильно маленькие, но они уже едят корм. Только знаете, как мы делаем? Мы насыпаем корм. Снушка со мной играет. Насыпаем корм и чуть-чуть водички сюда добавляем. Например, с тобой столовую ложку корма и 1,5 столовой ложки воды. Вот. Все, пошла с шариком играть. Там у нас кот пришел. Иди сюда. О, описали уже. Господи, что вы делаете? Вот этот пацан и вот эта вот девочка, они прям очень любят корм есть. Прям вообще. Что, ты думаешь, что это мама? Нет, это не мамка сладкий. Пошла, ползла. Господи, куда ты ползешь-то, а? Ну вот, играются. Хоть у них... Дай покажи. Короче, у них нет зубов пока что. Но они прям ментируют, типа с моей рукой играются по типу... Видишь, взял. По типу зубов. Ой, упал. Вот. Хочу сегодня поговорить. Ну, сейчас поговорить о моей сегодняшней тренировке. Сегодня я галопировала. Привязала, правильно, не галоп, ой, неправильно, галоп. Короче, правильно галопировать, а не галоп. Сегодня я галопировала, вот, на Мане. Маня у нас не тренерская лошадь, а кого-то другого, я точно не знаю. Короче, я была на Мане. Хочу чуть-чуть рассказать об этой лошади. Я полную историю не знаю, но хочу по своему мнению рассказать. Она очень спокойная, но не любит лошадей. Вот самая обычная дистанция, самая обыкновенная, это дистанция, чтобы вставало две лошади. А у нее, знаете, 10-15 лошадей. Это еще самое минимальное. Просто мы идем, другая лошадь, например, Тайра. Тайру она просто ненавидит, это... Наша лошадь Тайра, вот, она где-то в 30 лошадях, расстояние в 30 лошадях, но лошадь где-то сантиметров, считай, копыта, ну, я даже не знаю, сколько, сантиметров 5-10 где-то, и получается 30, ну, не знаю, сколько, 300 сантиметров, вот, ну, короче, 30 лошадей дистанция была, ну, где-то примерно так. Она поджимала уши, извините. Получается, ей не нравится, что... Не знаю, как объяснить. Но, короче, у нее очень большая дистанция идет по типу 30 лошадей. Это самое минимальное. Вот, потому что идет лошадь спокойно, она поджимает уши, все, бежит на нее, все надо растоптать. Но ее можно одержать. Типа дернуть или затормозить ее. Вот. Но по моему мнению, она очень хорошая. Чуть-чуть потянула, она остановилась. Чуть-чуть придвинула, она уже в шаг идет. Вот. Ну все, ребята, этот влог подходит к концу. Всем пока!